Привет, ребята, опять у меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами будем разбирать ту песню, которую вы просили и писали в комментариях. Грин Апельсин, «Охота на лисицу». Честно скажу, я до этого вообще не слышала никогда эту песню. Послушала, разобрала, и оказалось прикольно. Такие народные мотивчики, а я обожаю а-ля пелагейские штуки. Поэтому сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. Я уже чувствую, как после этого разбора тебе захочется купить себе свой первый, а может быть просто новый инструмент, а вдобавок к нему различные аксессуары. Тогда у меня для тебя есть скидочные промокоды, с которыми покупка будут еще выгоднее. Кирпич 21 действует в магазинах Динатон и Укулеле Центр, а промокод Даша Кирпич действует в магазине Skiff Music. А еще ребята из Skiff Music каждый месяц разыгрывают настоящую гитару, поэтому одной покупкой ты можешь убить двух зайцев сразу. Если что, эти промокоды работают как в интернет, так и в офлайн-магазине. А вся подробная информация и правила участия в конкурсах по ссылке в описании. Ну а для начала вот как она у тебя будет выглядеть. Далеко в той стране, где всходит солнце, ранним утром милый больше не проснется, льется алая река, лиса смеется, с восточным ветром пусть сказание несется. Забыт ныне в городе жила девица, великим самураем от любви не спится. Лица жадные горят, как не влюбиться, но в хитрых девичьих глазах кошмар таится. Не беги за нею, глупый, по ее следам идут лишь трупы, зубы крепче, чем металл. А теперь погнали играть. Разбор на укулеле. Скажу сразу, те аккорды, которые сейчас вам буду показывать, это не совсем оригинальные, поэтому мы будем использовать с вами каподастр, чтобы звучать как оригинал. Но об этом чуть позже, для начала разберем аккорды. Первый аккорд, аккорд АМ. Зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу. Далее к этой конструкции добавляем с вами вторую струну на первом ладу и третью струну на втором. Это у нас с вами аккорды М. Дальше идет аккорд С. Зажимаем первую струну на третьем ладу. Четвертый аккорд, аккорд Е7. Зажимаем четвертую струну на первом ладу. Далее третью и первую струну на втором. И в каких-то моментах у нас еще там будет с вами аккордик Фа. Это мы зажимаем вторую струну на первом ладу, а четвертую струну на втором. Получается АМ, ДМ, С, Е7 и Фа. Купил себе укулеле вот уже несколько месяцев, пытаешься на ней научиться играть, но ничего не получается? Тогда интерактивный сборник «Укулеле по шагам» специально для тебя. В нем собрана только нужная тебе информация от простого к сложному, без лишней воды и с картинками. А если навести на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию и как его приобрести будет по ссылке в описании. Разбор на укулеле. Почему же мы взяли не оригинальные аккорды, Дарья, расскажи, покажи. В оригинале там играются там через барре, и вам будет очень сложно это быстро ориентироваться, потом будете писать его, Дарья, ничего не получается, поэтому мы возьмем с вами простые аккорды, но чтобы было все круто, звучало как оригинал, берем каподастр, ставим его на второй лад, и от него отсчитываем, то есть представляем, что каподастр это с вами нулевой лад, и от него считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Тогда получится так. АМ, ДМ, С, Е7 и Фа. Если у вас нет каподастра, то берем карандаш с резинкой, наматываем это вот такими вахханалиями, и на одну песню пойдет. Но во всяком случае, ребят, раз на раз не приходится, купить один раз себе каподастр и пользуйтесь, тем более с моими промокодами это можно сделать еще и выгодно. Давайте разберем в куплете, что мы, собственно, там играем по правой руке. Есть два типа, более простой и поинтереснее. Первый вариант мы можем играть 4-3-2-1. Это играем мы с вами один раз на один аккорд. Угу. Если у вас проблемы с перебором и вы не знаете, как его правильно играть, то на канале есть целый видос, обязательно посмотрите. Есть второй вариант, как можно сыграть это поинтереснее. Играем 4, 3, далее 2 и 1 вместе и 3. Очень интересная штучка. Еще раз. 4, 3, 2, 1 вместе, 3.
Также играем ее один раз на один аккорд. Вы можете взять один из двух вариантов, как вы будете играть, или таким переборчиком, или вот такой штучкой. Кто на что гораст, то и берите. Теперь соберем это со словами. Далеко, в той стране, где сходит солнце, ранним утром милый больше не проснется, льется алая река, леса смеется, с восточным ветром пуска за ней несется. Забытый ныне городе жила девица, великим самураем от любви не спится. Лица жадные горят, как не влюбиться, но в хитрых девичьих глазах кошмар таится. Вот какая красивая штучка-дрючка. Дальше у нас с вами идет припев, который играется боем, и здесь небольшая загвоздка. Дело в том, что сколько бы я бы не слушала оригинала, какие-то кавера, разборчики самой вот этой авторки, которая написала данную песню, я не могу понять, что за конкретный бой они там играют. Поэтому у нас есть несколько вариантов. Вы можете взять любой бой, который вы умеете играть, желательно какой-нибудь короткий, из разряда там шестерка или тройка, в общем там, или пятерка, четверка. Короче, что сможете умудриться туда вставить между аккордами, то можете взять. Типа это вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. Сыграйте это один раз на один аккорд. Ты беги за нею, глупый, по следам идут лишь трупы. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот единственное, на вот этот Е7 в конце мы играем два раза, любой бой, который вы будете брать. Я еще подобрала второй вариант, такой вот интересная штучка, мы до этого никогда такое не играли. Сам бой состоит из вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. То есть это какая-то супер укороченная шестерка. Еще раз. Вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. И при этом я вот этот первый удар делаю довольно-таки ярко и полно. Прям очень хороший такой нормальный удар. А остальные удары у меня звучат довольно-таки тихо и коротко. Понимаете, да? То есть первую часть, вот первый удар я специально, умышленно выделяю. Поэтому у меня и звучит такая пульсация. С аккордами это будет звучать следующим образом. Не беги за нею, глупый, по ее следам идут лишь трупы, зубы крепче, чем металл. Ты попал. Понимаете, да? Единственное, напоминаю еще раз, там вот есть момент, где Е7 в скобках написано два раза, вот бой, любой, который вы выберете, вам нужно сыграть там два раза. Понимаю, немножко странновато, сумбурно, поэтому отдельно, пожалуйста, отработайте еще раз этот бой в медленном темпе, то есть вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз. Если вы научитесь эту штуку играть, вообще вам трудности нипочем. Вот так вот у нас будет выглядеть с вами припев. Дальше начинается второй куплет. Второй куплет также играется, как и первый, через переборчики, которые вы выбрали. Или 4-3-2-1, или 4-3-2-3, на ваше усмотрение. Вот, поэтому давайте второй куплет сейчас сразу сходу с лету покажу. По улице шагает, бедрами качая, дурак влюбленный пригласит на кружку чая. Злая вслед кричит жена, свой брак спасая, в нем голос совести сожрет любовь глухая. Под нежным платьем хвосту девятью лисицы сведут с ума дорожкой, в гроб ведут ресницы. Жрицы страсти названа лишь единицы, оставшись в разуме, не смогут с ней смириться. Песня в довольно-таки быстром темпе. Слов очень много, еще переборчики, поэтому, пожалуйста, каждый элемент отдельно проработать, чтобы все в совокупности у вас было хорошо. Дальше у нас с вами идет припев. Единственный припев тут уже со словами другими, но аккорды, такие как с припева, и бой с того припева также остались. Слышен далеке собачий вой, охота за лисьей головой, сверкая в темноте оскал. В конце у нас с вами есть такая небольшая кода. На первые три строчки мы будем играть просто один удар вниз на каждый аккорд.
А далее мы играем вот 4, 3, 2, 1, один раз на один аккорд. А чтобы этот аккорд звучал эффективно и кошерно, вообще так супер круто, вы постепенно делаете замедление. То есть в конце вы должны прийти супер медленный темп. Давайте сразу покажу, что я имею в виду. И на ренде не достанут псы, тихий шепот раненой лисы проклинает та свою любовь. Яркий мой свет, скажи, любишь или нет, я тобой была пьяна, но дома ждет тебя она. Мою тайну ты открыл, гнев тебя мой погубил, местью жить не до конца, полюбила я лжеца. Как-то так выглядит песня, теперь давайте ее соберем от начала до конца. Далеко в той стране, где всходит солнце, ранним утром милый больше не проснется, льется алая река, льса смеется, с восточным ветром пусть казание несется, забытым ныне в городе жила девица, великим самураем от любви не спится, лица жадные горят, как не влюбиться, но в хитрых девичьих глазах кошмар таится. Не беги за нею, глупый, по ее следам идут лишь трупы, зубы крепче, чем металл. Ты попал. По улице шагает бедрами качая, дурак влюбленный пригласит на кружку чая, злая, свет кричит жена, свой брак спасая, в нем голос совести сожрет любовь глухая. Под нежным платьем хвостов девятью лисицы сведут с ума дорожкой, в гроб ведут ресницы, жрицей страсти названа лишь единицы, оставшись в разуме, не смогут с ней смириться. Слышен вдалеке собачий вой, охота за лисьей головой, сверкает в темноте оскал. Станут псы, тихий шепот раненые лисы проклинает та свою любовь. Яркий мой свет, скажи, любишь или нет, я с тобой была пьяна, но дома ждет тебя она. Мою тайну ты открыл, гнев тебя мой погубил, местью жить не до конца, полюбила я лжеца. Если у тебя остались вопросы по песне, то обязательно почекай по тайм-коду, там, скорее всего, уже подписано-расписано, ну или пиши в комментариях, я постараюсь на все ответить. Если тебе понравился данный разбор, то обязательно поддержи его лайком, напиши в комментариях, какую следующую песню или мелодию мне разобрать. Видите, эта штука работает, вы пишите, я разбираю. Также напоминаю, что вы можете помочь мне в финансовом плане делать еще больше разборчиков на канал, на разные-разные песни. Достаточно задать мне любую сумму на донат Алерс или подписаться на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Так красиво спела, блин. Не фартануло. Давайте-ка еще раз. Теперь собаки лают, а? Дождь идет, собаки лают. Ну, вообще шикарно.